bastante maravilhosa, gostei muito. Ну, это прекрасно. Город мне очень сильно понравился. Estou me adaptando aqui. Я прекрасно адаптируюсь здесь, привыкаю. Só погоди. Мне очень нравится. Никогда не видел снега в своей жизни, не знаю, что это будет. Falaram que vai ser bastante difícil, né? Будет сложно. Mas что я могу сказать сейчас? Com o tempo vai adaptando. Но в любом случае, со временем, конечно же, я привыкну. Eu sempre joguei sim na ala direita. Я всегда играл правым вингером, это правда. É ali que eu me sinto à vontade. Именно там, на этой позиции, я чувствую себя полностью комфортно и вписываюсь в игру. Мне там нравится больше всего. Acompanhei sim o Shakhtar anos atrás. Ну, я следил уже за Шахтером несколько лет. Que eu mais inspiro é o Douglas Costa. Знаю достаточно хорошо эту команду, и игрок, который меня больше всего вдохновляет, который был в Шахтере, это Дуглас Коста. Я чувствую хорош, я очень рад, потому что буду играть Шахтер. Я очень спокойно, потому что я знаю, я ничего плохого не сделаю. Muito interessante, думаю, что стиль работы Павла bastante, очень интересный. Nós que estamos vindo do futebol brasileiro, é uma forma de jogar que и для нас это совсем не отличается. Понятно, что мы приехали из Бразилии, где футбол совершенно другой. Это importante para nossa evolução, nós que somos jovens. Но в любом случае для нас это сейчас очень важно. Мы еще очень молоды, мы еще растем, мы еще прибавляем, эволюционируем как физически, так и тактически, так и технически. Павло очень многому нас научил до сегодняшнего дня, и мы очень счастливы, надеемся, что дальше так и будет, и мы еще очень многое узнаем. Да, я абсолютно доволен командой, которая у меня есть на данный момент. Прекрасно нужно понимать, что из команды ушли достаточно важные элементы. Если говорить сейчас о Дарио Серни, о Фреде, о Факундо Феррери и Бернарде, это действительно были очень важные элементы в нашем составе. Поэтому мы подписали несколько контрактов, привели несколько новых игроков, которые сейчас находятся здесь. Nos quais nós acreditamos muito. Это ребята, в которых мы очень верим. Não só para o presente, mas também para o futuro. Не только для настоящего, чтобы они играли в данный момент, но и также для ближайшего будущего. Nós temos sempre a ambição. У нас всегда есть амбиции. De querer continuar a ganhar. Продолжать выигрывать, быть победителями. É fácil perceber que o nosso principal objetivo passa novamente por conquistar o campeonato. И очень просто понять, что наша главная цель снова же ставится — это стать чемпионами Украины.